Привет, ребят! С вами я, ваш кот Макс, и вы на канале Галчата ТВ. Скажите, а вы любите день рождения? И я лично считаю, что день рождения – это самый крутецкий праздник, но вот просто прям самый-самый сильно крутецкий. И больше всего я люблю подарки. А вдруг ваш подарок задержится? Что вы будете делать? Наверное, расстроитесь. Так а вот, сегодня у одной очень хорошей девочки, Саши, Александры, то есть, день рождения, и ей исполняется 7 лет. Это очень здорово, когда тебе 7 лет, ты уже взрослый, в школу можешь пойти. Так а вот, ее мама хочет ей сделать самый классный подарок и подарить ей живого маленького крольчонка, а вот эту милашку. Мы долго ее хотели оставить себе, но все-таки она поедет к Александре. И вы знаете, что случилось? Случилось то, что крольчонку еще нужно сделать прививки, а значит, он не может оказаться у нее прямо в день ее рождения. И мы очень хотим, чтобы Александра смогла сейчас посмотреть на него и на меня. И хочу ее поздравить с днем рождения и сказать: Александра, поздравляю тебя с твоими 7 годами. Пусть у тебя все слушается хорошо, пусть в школе задают поменьше уроков, а мама покупает побольше мороженого. Ну, в общем, что еще такого хорошего пожелать? Если любишь сосиски, то сосисок я тебе тоже желаю. Удачи и счастья. И я думаю, что наши зрители тебе еще много напишут хорошего в комментариях. Зрители, давайте все поздравим Александру с этим классным днем и скажем ей, что Александра, скоро, очень скоро твой крольчонок поедет жить к тебе, а пока ты можешь на него полюбоваться, ну и конечно на меня. А кто из зрителей еще не подписан на наш канал, то не забывай подписываться, я тоже люблю подарки, и для меня каждый мой зритель это самый лучший в мире подарок. Всем пока-пока, ребят, до новых встреч, и еще раз, Александра, снюхай тебя, твой кот Макс.